На столах ножницы, клей и фетр, в воздухе витает атмосфера творчества и увлеченности. В Химках состоялся очередной мастер-класс по декоративно-прикладному искусству. Руководит процессом Юлия Макарова. Многие годы рукодельница профессионально создает красивые вещи из подручных материалов. В этот раз химчанка решила научить горожан создавать из простых вещей уникальные предметы интерьера. Ломаете фетр? Фетр, если ломаете, то потом он уже не вернет свою форму. Ломаете фетр, вырезаете сердечко, обшиваете и делаете ручку. Очаровательно. Но нужен вот такой вот жесткий плотный фетр. Каждый из участников встречи сотворил уникальный элемент декора. Ни одно сердце из фетра не похоже на другое. Химчанка Елена Михайлова регулярно посещает мастер-классы. Своей работой осталась довольна. Женщина надеется, что это не последняя встреча с наставником по рукоделию. Я бы очень хотела попасть еще раз к этому мастеру. Может быть, на какие-то другие мастер-классы. Но вообще мне очень нравится. Именно такого, знаете, чтобы руками поработать и что-то вот сотворить свое эксклюзивное и оригинальное. И такая возможность обязательно будет. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей и при поддержке администрации. Еженедельно в Химках проходят десятки мастер-классов, узнать о которых можно в газете «Химкинские новости». Я напомню, что у нас мероприятие, как вы все знаете, размещается у нас в газетке. Газетка выходит в среду, в пятницу, соответственно, каждую неделю. Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.